Хотите попасть в сказку? Легко. Просто смотрите. В центре Петербурга расположился самый волшебный музей. В первые минуты непонятно, где мы. В музее, в сказке, в кино. Из реального особняк. Музей – памятник архитектуры. Все остальное – грандиозная мистификация организаторов. Это на самом деле дверь потайная. Да. Вот, она ведет на зеркалье. Некий мир, который на самом деле представляет себе профессор. Профессор Хеленверков и есть главный герой музея. Вот его спальня. Он был безответно влюблен в женщину. И несчастная любовь заморозила его чувства. Продуман каждый сантиметр. У всех героев захватывающая история. Более 100 художников реализовали идею. Это восковые мастера, костюмеры, дизайнеры. Кто делает эти дорожки? Это тоже отдельный художник, который умеет именно вот это только делать. Да, то есть это, да, дорожки, светящиеся ледяные. Да, да, светящиеся ледяные дорожки, да. Атмосфера каждого этажа, их 4, поглощает. На этом уровне находиться зябко. Равнодушие снежной королевы тревожит. Поэтому уйдем отсюда, в добрый зеленый лес. Ощущение сказки поднимает над реальностью. По нашему опыту, гости довольно послушные. Это очень приятно, потому что говоришь им не трогать. Они, в принципе, вот 95% не трогают. Но 5%, конечно, трогают. И вот самое, так сказать, неубиваемое – это вот эти силиконовые товарищи. Они прям, их можно вообще рвать, и с ними все будет в порядке. Это самая философская локация, моментум море, так сказать, и мурашки по спине от вида героев. Мораль – у всего плохого есть причина и есть выход. Например, на чердак. Ведь мы все родом из детства, и здесь фантазии буквально оживают. Когда мы вот с моим партнером начинаем, тогда так, а ты заказал там кикимору? Да, кикимору сейчас приедет, но сначала леший, там надо лешему руки сделать, ага, а костюм заказал там. Там то есть вот мы постоянно рассуждаем про какие-то волконосцы, там еще что-то. Необычно было выйти на улицу после музея, несколько минут непонимания, неужели сказка закончилась? Нет, она всегда живет в нашей голове, главное услышать ее за шумом городской суеты. Наталья Славова, Иван Славов, время Ямала, Санкт-Петербург.